А начнем с событий уходящего года. Судя по всплескам числа запросов, главными стали протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму, пожар в соборе Парижской Богоматери и самый популярный – выборы в Украине. Напомним, по результатам второго тура президентом страны стал Владимир Зеленский, ранее известный как комедийный актер. Из сериалов наибольший интерес вызвали отечественные «Жуки», «Чернобыль» телекомпания HBO и лидирует по количеству запросов финальный сезон «Игры престолов». Он стал самым успешным в истории сериала с точки зрения просмотров, но показал наихудшие результаты по части критики. Реакция на последнюю серию «Игры престолов» тоже оказалась смешанной. В топе кино по запросам саратовцев «Мстители. Финал», «Джокер» и на первом месте российская картина «Т-34». В ней рассказывается о судьбе молодого солдата Николая Ивушкина, которого играет Александр Петров. После попадания в концлагерь в 1944 году Ивушкину дают новую модель танка Т-34 и просят тренировать немецких кадетов, но Ивушкин не оставляет попыток сбежать. Список музыкальных хитов полностью состоит из русскоязычных танцевальных композиций. Артур Пирожков не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых. Сразу две песни «Алкоголичка» и «Зацепила» подобрались к лидеру. А им стала песня «Пчеловод» дуэта «Раса». Совершенно незамысловатый текст, тем не менее, более 120 миллионов просмотров клипа на Ютубе. И о спортивных событиях. В десятку запросов пошли футбольные матчи и один хоккейный. Однако больше всего саратовцев интересовали бои. Федор Емельяненко против Бейдера, Александр Емельяненко против Кокляева и на верхней строчке рейтинга противостояние Нурмагомедова и Парье. Бой за титул чемпиона мира UFC в легком весе завершился победой российского спортсмена. Хабиб не потерпел ни одного поражения и выиграл 28 поединков в карьере.